жили. В мае этого года в океанариум из Санкт-Петербурга была доставлена жива серый тюлень балтийской популяции. Она с первых минут завоевала любовь всех наших сотрудников. Секрет этого взаимопонимания в том, что тюлень жива почти с рождения живет под присмотром людей. Многое осталось позади. Травма винтами судна, сложнейшие операции, переезды из Калининграда в Санкт-Петербург, а оттуда в Мурманск. Зато теперь живо мечтает стать артисткой, активно готовится и тренируется 3 раза в день. Поначалу тренеру пришлось нелегко, ведь живо проявляла интерес не только к пище, но и к ботинкам, и к брюкам тренера, проще говоря, кусалась. Но это все в прошлом. Надеюсь, тренер «Живо» Денис поделится успехами своей подопечной. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, Лариса Петровна. А скажите, пожалуйста, «Живо» способная ученица? Конечно же, «Живо» способная ученица. Наша юная артистка, ну пока еще не артистка, она только тренируется, но я думаю, что в будущем она покажет себя с лучшей стороны. Она уже знает очень много базовых элементов и проявляет огромный потенциал. Замечательно. А есть ли у живы любимые элементы? Любимые элементы есть. В основном она, конечно, предпочитает находиться в воде, потому что вода ее родная стихия, и она активно себя там проявляет. Здорово. Денис, мы желаем вам живой больших успехов. Спасибо, Лариса Петровна. Я думаю, что у нас все в будущем еще получится, и вы увидите наше представление. Ну а когда мы увидим нашу артистку на выступлениях, давайте спросим у самой Живы. Голос. Ну я думаю, тут все понятно. Это случится очень скоро.